Мимо кинотеатра «Искра» сегодня школьница Полина пройти не смогла. Девочка, она активная и с интересом с раннего детства принимает участие в каждом мероприятии. Проводить время на свежем воздухе в кругу друзей – для нее лучший отдых в летний период. Тут круто, и нам всем очень весело тут. Традиционные детские программы для ребят организуют сотрудники Дома культуры. Темы всегда выбирают разные. Это называлось «В гостях у Водянова». Вместе с Кикиморой главный герой подготовил для участников ряд конкурсов и игр. Надо, чтобы дети развлекались, заполняли свой досуг интересными какими-то мероприятиями, событиями. И я считаю, что наш город в этом отношении очень даже очень старается. Сказочные персонажи разыграли для ребят небольшую сценку. Детям предложили спрятать Водянова от Кикиморы, которая долго его искала, а найдя, стала с ним ссориться. Но малыши помирили героев, и все вместе стали водить хоровод. Детям я понравилась. Они готовы со мной играть, веселиться, там искать Водянова того же самого. То есть они со мной вообще хорошо идут на контакт, в принципе. Не испугались? Нет. Дети с радостью развлекались, активно принимали участие во всех конкурсах. Мне нравится бывать, потому что весело и не скучно. Такие тематические программы у кинотеатра «Искра» будут проходить все лето. Поэтому у каждого ребенка есть возможность окунуться в сказку. Юлия Погосян, Владимир Бежонов, Ольга Садовская. Видное ТВ.